Рассмотрим крем для лица увлажняющий с гиалуроновой кислотой от Ion Lip Super Aqua Moisture Cream. Достанем его из картонной упаковки. Его ключевой ингредиент – гиалуроновая кислота. Она может притягивать и удерживать в верхних слоях кожи молекулы воды. Рассмотрим способ применения. Перед началом использования крема уберем защитный стикер. После очищения и тонизирования кожи необходимо нанести крем на влажное лицо и шею. Мягкими, массирующими или похлопывающими движениями распределить средство по коже. Также в составе крема ниацинамид. Он отвечает за осветление пигментации и борется с тусклостью. Средство содержит растительные экстракты. Гранат и инжир питают и насыщают клетки эпидермиса витаминами. Шелковица обогащает антиоксидантами, а гинга белоба препятствует образованию морщин. Результат – здоровое сияющее лицо, без морщинок и пигментных пятен. Увлажненная, мягкая и упругая кожа. Крем имеет приятный, легкий освежающий аромат. Объем средства – 45 мл.